Здорово, народ, приветствую вас на канале Пародею Чил. Да, это я. Поставьте лайк под это видео, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Все будет круто, зашибенно, приятного вам аппетита и просмотра. Ку, иди отсюда, вонючка. Что делать, если мужской туалет не работает, а женский работает? Заходи в женский, Лех, все равно никто не поймет. Ты в этих очках? Топор, нож, как в КС-ке жесткий. Полный набор. Это В3? What the fuck is that? Blow-punk-tit kogashir. What the fuck is that? Считается холодным оружием? Не, ты что, ладонь приложил? Какое мороженое вкуснее, Сникерс? Сникерс, Марс или Баунти? Мороженое, если рассматривать. Сникерс. Сникерс. Лёх, вопрос такой. У тебя хуй считается холодным оружием? Осторожно. Просто длину понять. Саня, осторожно. Там на тебя наставлено. 700 рублей. Медленно, отходи назад. Не, оружие на пол. Хорошо, хорошо. Хорошо, я сделаю это. Только не стреляй, а я приму удар на себя. Мы это покупаем. Мы покупаем. Блять, извини. Я беру это. Голову не разнесло чуть на части просто. Испугался. Понимаете, как Костян, понял, чихаешь, он просто слюни, да, да. Сопли. Костян, это вайп такой. Этот, чтобы это брить бороду, триммер. Охуеешь, это какая борода должна быть? Столы продают. Как у нас есть стол? Стволы. А, пневматический? Я купил такой на заправке. Реально? Да. И чё, мэй Блять, по банкам. Если к нам кто-то подойдёт, припишет. Это, кстати, вайп вот этих трейлерных тоже. Они по 1000 стоят, 1600, там что-то такое. И стреляет больно. Мне по спине как ёбнул Кент. Мы на суефа скинулись. Как он мне в спину ебашил. Неприятно было. Не, по баночкам прикольно. Тогда и баночки нужны для этого взять. Просто иди проверь на улице. Свет чувствительность. Сейчас мы проверим, как работает фонарь заправки. О-о-о! Нормально освещает. А, я думал, это от меня так хуячит. Ну вот. Ну так, не сказать, что хорошо, но если что, сигнал СОС можно понять. Да нет, но лучше, чем ничего. Ну чисто, чтобы кочки перед собой видеть, не видеть. А, он еще... Оп. Нормально, нахуй. Черт, все, тоже биполярный. Вы все тут биполярные, что ли, блядь? Есть хоть один стабильный человек? Очкарик, да ты в моде не разбираешься, тебя наебали, это не оригинал. Вот этот нам для кемпинга. А я это взял, хорошо, чтобы ужаливаться. Тесла? Сука. Да я не хочу есть вообще. Да это классика. Горилки. Вопросы какие-то имеются? Быстрый, словно АМГ. Перебрасывай его. Хуй его задушишь. Какого? На, блин. Какого хуя мы как будто в этом... Это кислая атака. Че? В GTA San Andreas и зашли в этот, в Gunpoint. Магазин со столами? Да, да, да. Почему тут рекламы такие? Спешите. Ебать холодно на улице. Очень. Срочно нужно полено поджечь. И желательно где-то здесь. Под машиной. Ребят, че? Давай. Это будет очень быстрая игра. На три пошлых. Че на три пошлых? Желание. Играем. Там пошлые задания, да? Какие, например? А, это пошлые, реально? Да. Да. Аналогов, к сожалению, не было. Что, а, реально? Ну да, только... Там не написано запреты каких-то? Кто играет? Я играю тоже. Может, Данил лучше будет играть, я за руль? Давай. Сосать. Зашел так паука. Давай. Что? Давайте, я первый. А что ты первый? Я второй. Я третий. Мы ж не поехали. А мы... Тут кто быстрее? Ты просто понимаешь, что... Давайте. Стоит. Ну, Лёх, твой ход. Лёха въебал! Я даже не докасался. Я сделал ход. Нет, это твой ход. Он поставил, твой ход. После него я не докасался. А он поставил свою штуку. То есть я мог бросить сверху, он упал, и то есть... Раз дерзко, до двух вещей тебе выпало. Пацаны, на... чей ход был, то проёбывают. Да, да. Вы чё, ебанулись? Давай раздеться. Ну ладно, мне не проблема. До двух, до двух. Очки тоже считаются. В чем суть, смотри? Ты... На очков и носков России. Ну, Леха уже раздевается на двух вещей, в любом случае. Он уже разделся. Вот, футболка, шорты. Трусов нет уже? Все на нем.
Я занырну под стол, никто не против. Ну, именно подснять. Лёха, расслабься. Это странная хуйня, это с девчонками надо играть, вот, понимаете? Сорали, блядь. В смысле, ну хуй, девчонки. Реально. Хуйню не горит. Придумал. Охуеть! Сука! У меня просто Джанго уехала. Рандомно, бери рандомно. У меня просто Джанго уехала, ничего не. Да ты, бля, мне реально желание. Я вообще, я на вас смотрел. Охуеть. У меня просто... Во-во, боже. Башня уехала. Сходите к соседке за солью. Что за хуйня? Ты за чё потянул? Всё, ещё всё, нет, всё, ещё всё, нет. Да как ты поставил? Всё. Ещё нет, я забрал одну. Ты руку удержал. Что это за зал? Так же нельзя. Нет, я забрал одну. Ладно, ладно. Горилыч, тортормоз ебанёшь? Нет. Горилыч, бля, карма ебанутая. Я непредвзято играю. Да, непредвзято, делай. Ебать. Блядь! В чем смысл жизни ему написано, что? Взять что? Сосвать под Макана лошадь. Подо мной асфальт цвет, да. Асфальт цвет 8. Взять в руки полный стакан с водой, там написано. И сосвать канкан. Лучше не сосвать под Макан. Но у нас нет стакана. Есть. Я говорю, давайте тянуть до желания. Прикольно есть. Рассказать самый романтический случай в вашей жизни. Я когда в аквапарке ебался. На прятках там же не было Кира. Бля, чего у нас вечный поворот налево, нахуй? Сейчас пиздец. А он просто круговом, да. О, члены положил на башню. Хуй клал я на вашу башню. На самом деле, на хуи похоже только вот эти два пальца. Эти более-менее еще человеческие. Ебаная хуйня. Ты? А я? Вот эту, Лёх, вот эту выше, она вообще не держится. Хуеплётка, блядь. Ёбаный. Это автопилот, там резкая остановка нужна была. Завязать глаза нужно на ощупь определить каждого игрока. Let's go! Сейчас будет горка, на нейтралку ставлю и к вам иду. Нихуя, ты чё? Ай, блядь. Как Assassin's Creed, только шкудишку достаешь из рукава. Что, палец? Стой. Давай палец. Палец один. Саня, ты? Фреймтеймер. Угадал? Нет. Ой, может это срака? Срака фреймтеймер? А, это нога, блядь. А, Санек, твоя? А сколько нам рядом? Мы уже рядом? Минут 7 минут. Ой, ебать, я угадал. Мама мия. Какой-то чувак сейчас с луком проходит. О! В яблоко. Ай-яй. Не тянется. Пизда. Бля, вот это на мне могло быть. Опа, выпало, Саня. Случайно вообще. Че там? Взялать игрока. Слева. Ну выпало, че. А я где-то свой основной телефон проебал. Подожди. Не, ну ты же вытащил. Подожди, ну выпало. Не. Вы приехали куда-то? Хуй пойми куда. Куда? Ебать там лунки какие-то, мы куда-то едем, пусть знает. Еще просто мы в моменте падаем в обрыв, нахуй. Прям 10-метровый такой, и воду. Да ну нахуй. А электричество проведут в город, ебаный? Не видно нихуя. Блять, ну дайте уже коробку ебаную от Джанго, нахуй. Каждая, которая падает со стола, ты ее не удерживаешь, Лех? Минус 5 кай с твоего кошелька, давай. Съебал уже Джанго на столе, нахуй. Теперь он на полу, это еще хуже. Ты ебануто проебал сейчас бабки. Да ну не так уж и много. Раз, два. 10-15. Раз, два. 20-25-30. Вообще-то хуя. Давайте просто вот каждый закрывает глаза. Мы кладем сюда острейший нож. И поднимаем вот так руки. Не, поднимаем вот так живот. Ебать. Блядь, может нахуй отсюда, а, блядь? Пиздец какой-то.
Как будто автоматический бармен понял, когда ты одинок. Это Ахикао, только для душевнобольных какой-то, блядь. Твои пластинки слушала я. Блядь. Больным пальцем, сука. А зачем ты это сделал? Убить курицу эту, муху, блядь, ебучую. Так это же можно убрать, нет? Да, с самого начала. Что за трек, блядь? У меня этот трек ассоциируется, знаешь, с кем? С Анной Хилькевич. Просто был... Сергей, стыди нахуй! Осознанный выбор этой бутылки был. Рядом с тобою быть нелюбимым, остановись же, это насилие. А? Полтергей там? Да. Где? Он ухуярит нас. Ой, чайку. Кипяточка разлить. Горилыч, можешь резко в тормоза дать? Нет, пожалуйста, Горилыч, давай. Горилыч, пожалуйста. Кипяток. Горилыч. Не надо расходовать чаек, сука. У меня там на дне прям. Как алкаши, знаешь, прям просто пёбнулся. Как будто мешок с дерьмом просто. По тормозам! Ковролин, сука! Горилыч, тут нужен прям стоп-кран. Стоп-кран ебошить надо, чтоб нас перевернуло нахуй. Глоточек сделал. Блядь, успокойся! Блядь, снимаем, но тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Блядь. Не, стой. Ночью пролетят вагон. Мы близко. Сядь верхом на коня. Принеси по полю меня. Бескрайнему полю моему. По бескрайнему полю моему. Али есть то место, али его нет. Чё за хуйня? Я спрятался. Ты чё такой ледяной? Блядь. Очень странный майк в нашей поездке. Готовы? Ойся ты, ойся. И меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся, ойся ты, ойся, я тебя не трону, ты не беспокойся, я тебя не трону. Давай быстрее разгоняй, Горилыч! Именно домой в маршрутке едешь. Сука, такой сука, я не знаю, как его назвать нахуй. Господ, пристегнули ремни! Эй! Ты чё, дурак? Баран! Я гаи, бля! Лёх! Шлюха ты ебаная, нахуй ты меня ногтями скрабишь, корябишь, блядь! Татуировку, блядь! Да не очень много краб! Это! Еблан! Бля, еблан, сейчас выйдешь нахуй сразу! Приехали? Ебать меня укачало. Там у меня легкий. А что он на улице водитель? Бля, ебать. Потише музыку. Нет, что за признание? Нет, это мы в пизде. Здесь никто. Здесь. Если нас здесь ночью, никто не узнает даже. А если мы? Блять, куда? Куда ты, ебаный? У меня Джанго.
падает. Джанго. Почему Джанго? Где мы вообще? Ставьте класс и подписывайтесь на канал Парадевич Чил. Короче, вот по ощущению, вот такие поездки, как мы сейчас сделали, нужно заранее рассчитывать маршрут. И вообще заранее рассчитывать, это в целом ситуация такая достаточно в жизни правильная, да? Ну ты рад, Илюх, что не дома остался? А? Рад, что не дома остался? Эй, это моя жилетка, ты розовый человек. Факел нужен срочно. Какой факел? Ой, Лех сошел с ума. Как жаль, что прямо сейчас. Если ты не перестаешь что делать, я просто тебя чаю выливаю. Ёб твою мать. Чего? Ну это вообще пиздец. Какую еду мы брали, пойми? Просто. Реально, такая пизда, что мороженое. Вот это остается сейчас. А чё? Чина. Да, Чина. Чина. Конечно, чина. Саныч, да. Чего делаешь? Я хочу костерчик подойти. А, это вот этот багажник? Да. Ух ты, интересно. Ух ты. У нас факел, кстати, есть. Факел у вас есть? Бля, все от костра высыпалось. Ну ладно. Ну, бля, ну вот при всем уважении, я, конечно, там тоже не могу назвать себя стилистом, модником и так далее, но вот. Я же реально вот. Ты осуждаешь мой выбор? Нет, я твой выбор не осуждаю, но просто... Ну чё, проблема? Нет, проблемы никакой нет. Тебе не хватает еще ботинок этих, которые... Тоже там логотип Gucci вот такой здоровенный. Так, подождите, стоп, что происходит? Что у вас какие-то... Это какой-то глобальный троллинг меня. Почему? Что происходит? Что находит? Wake up. Wake up. Давай, может, второй сразу пень? Или одного хватит? Ну, по-любому надо будет на охоту за древесиной идти. Ну да. 100%. Бля, я же говорил, топор надо было брать. Она вся сарая. Да. Бля, у меня дома все было. У меня весь инструмент дома. Чего не взял-то? Бля, не забыл. У меня тоже дохуя всего для выживания забыл. Есть. Забыл. У меня все вообще для выживания есть. У меня ничего для выживания нет. И у меня нет. У меня есть. Да я вообще городской, нахуй. Целый? Лох. Да. Городского между типа. Нами. Между нами я городской. Вот такой вайбик. Боже ж. Тот самый мусорный массив. Очень похоже, кстати, в этом трейлере. Костюм тебе к лицу. Факел надо, наверное, поджечь в натуре. Я бы, может, еще... Бля, это понял? Это когда идет кат-сцена, и тут твой персонаж появляется, то есть... Какая-то такая хорошая кат-сцена. И тут вот это. Что мне затягануть, блядь? Ночью в поле с говном. С говном. Он падает. Меня уже плавит. Вот эта крыша падает на костер, и машина загорается. И взрывается, да. Бля, эта хуйня как-то должна... Падает назад, карповая лыжа. 100%. Что? Бля, подожди, ты еще не шути, нахуй, слышишь? Ладно. Еще об этом, в видосе еще, будет шутки? Об этом еще никто не знает. Еще никто не знает. Можно приколы попробуй, про Карповое озеро. Но помните, никогда не прыгайте в Карповое озеро. Никогда. Ни за что не прыгайте в Карповое озеро. Это основное вообще правило. В Карповое озеро никогда вам нельзя прыгать. Ни за что. По-моему, у нее держалок не должно быть никаких. А, она снизу растягивает. Эти станут ровные, она будет держать. Смотри, я не делал это своевольно. Это произошло, ну... Не по моей воле. Так. Немножко хатологии. Пришло уведомление, где девушка девочка пишет: ну либо собаку заводим. Соответственно, можно сделать вывод, что первое сообщение про что? Про ребенка. Ну вот. Может быть, она написала: может, ты меня уже наконец выебешь, ну либо собаку заводим. Ну, как этот ультиматум, понял? Да, да. Или может быть расстанемся нахуй уже. Ну или собаку. Раз, порки. Два, порки. Люк, Саня, портки спадают. Люк, был в Америке. Ой, что потушили?
Пожарные. Пожарные насекомые. Жуки-пожарники. Жуки-пожарники напали. Вот она вниз и подставляется, блядь. И это полностью дальше еще выкручивается. Ну давай, Лёх, крути, крути. Крути, Алексей. Ооо. Что, наверное, манеет? Блядь, дымок идет, ебаши. Дымок. Блядь, сейчас искра только под газовую плиту и все, и пиздец. И будем хозяева в космосе, нахуй. Доставайте там палку. Не обращайте внимания на мой смех. Блядь, какую, ну? Да какого хуя вообще призвали? Да не без завязок. Бан через 3-2. За детские сейчас забанят. Охуенное видео, где два мужика дерутся, и один другого раздевает в процессе драки случайно. Но они продолжают пиздиться на улице, потому что ему ничего не остается. И прям в процессе драки сначала вот так вот с него стягивает майку, а потом вот каким-то образом трусы рвет на нем, и он дальше его вот так голый хуярит. Еще какое-то время. Это прям вот двор чисто русский, и вот они у подъезда дерутся. Это прям просто пиздец, мое любимое видео. Бля, это сложно найти. Очень хочется. Нет, это легко найти. Реально? Я вот недавно пытался, не смог найти. Есть видос в Америке где-то. Вот это круто. Вот отсюда, нет, вот отсюда вот. В Америке тоже видос был, где чел то ли в каком-то Бургер Кинге, либо в Макдональдсе дерется, и в этот момент он почему-то ест какой-то перец зеленый. И там подпись, типа, когда в драке с боссом хилишься. Он прям понял, хуярится и так ебашит. Ну, съебись отсюда, фотограф, блядь. Ты чего пугаешься, начальник? О, ебать, нахуй. Ладно, я покину вашу землю. Ай, блядь. Я проскользнул. Ебать туда, мужик, я с Олимпиады бежал. Передавай эстафету. День Нептуна? А вообще, слышишь, что местный крестьянин виллы мои не находил? Нет. Охуенно, да? Сука, не делай так больше. Слышишь, что? За дровами-то надо будет идти. Зачем? Как зачем? Кострище сделать, свету побольше. От комарья отпугиваться. Где Саня? Фоткаешь? Слышишь, что? Ты в курсе, чем славится этот лес? Ебать! Покажи. Чё за хуйня возле тебя? Монстряк. Пожалуйста. Бля, я буду, короче, искать призраков, понял? Я буду фотографировать и смотреть на призраков. Монстряк, ты монстряк. Видишь? Это что за хуйня, блядь? Это монстряк. Это понял? Это раз... хуй призрака? Вот за твоей спиной стояла волосатая женщина-монстряк. Реально? Да, да. Бля, беги, Лёх, пока подожди, не поздно. Фоткаю. Бля, беги, пока не поздно. Фоткаю. Смотри, там монстряк. Чист. Беги, пока не поздно. Вот это очень охуенное решение в целом, придуманное. Пока костер не потух, Илюх, надо за древесиной в лес отправиться. Вылазку делать. Илюх, а где, блин? Опять работа. Нужно как орки в Варкрафте. Да хуй я куда пойду. Да, Илюх, ну нужно как это работа. Это новый вид NPC. Лёх. Чё? Пошли на добычу древесины. Я снимаю огонек. Похуй на огонек, мы сейчас без огня останемся. Пойдем за древесиной, вон в ту гущу леса. Самый... А чем рубить? Рубить? Вот этим холодным оружием. Cancel. Приглан? Бля, лучше туда не заходи, в лес ногами с углом. Почему? Монстры очень агрятся на эту хуйню. Вы же понимаете то, что вы едете в лес, нахуя вы одеваете белые кроссовки? Тупоголовые ебланы. Кто? Кто в белых кроссовках? Илюх. Хоть одного человека назови. Люх, не балуйся тоже. Ты готов распугивать, если что? Конечно же. Я тебе говорю сразу. Я ебануто хорошо бегаю. Когда я вижу... А я ебануто громко кричу. Когда я вижу какую-то хуйню, у меня режим берсерка включается на бег сразу. Ой, блядь. Нахуй я наклонил так. Аккуратно. Блядь, он не дает нихуя, этот факел не видно, ни черта. А теперь фонарь. Ну-ка, если я офну фонарь в натуре. Блядь, я только его и вижу, блядь, а не... вокруг нихуя. Это что за вспышка была? Надо у Парадеевича взять фонарь на головник. Побудь тут один пока. Побудь... Ай, блядь, споткнулся. Саныч! Саня! Нужен фонарь. Срочно. А то без древесины останемся. Ты с нами? Пойдем. Там монстряки. Ебать. Картинка нехуевая. Пойдем, мужик. Пошли. А ну-ка. Освещай, блядь, дорогу. Пошли. Ебать, туда идти прям? Я не знаю, куда. Да ну нахуй. Можем чуть правее, чуть левее.
Вот по дорожке. Ну я знаю эту дорогу, как свои 5 пальцев. Пошли. Тем временем у Лехи 4 пальца. Не так уж хорошо он ее знает. Я здесь по молодости ходил гулял. Бля, вот эти лопухи возьмите на вооружение, то, что можно жопу вытирать, если приспичит. О, блядь! Кто? Столб! Блядь, столб стоит, да ну нахуй! Ой, это я на Матизе я хлеб в него и въебался. Блядь, это тот самый столб-убийца, о котором слагают легенды этого леса. Давай. Блядь! Стой, слышишь? Чё? Бля, Сань, беги, борщевик. Где нахуй? Вот же он. Нет. Ёбаный. А как? Это он же. Это нахуй. Он же. Нет, это вес. Сань, бля, нахуй. Беги. Вот чуть-чуть дай. Смотри, ему. Там с той стороны табличка, надпись какая-то. Табличка, не входи, убьет. Да ну нахуй. Пройди. Давай не пойдем. Пройди. Нет. Давай я пройду. Бля, хоть бы там не было надписи, кто прочитает, того убьют в этом лесу. Вам здесь не рады. Уходите отсюда, московские дебилы. Тихо, мужики. Просвечивается надпись. Какая, блядь? Блядь, это Джуманджи, ёбаная. Сейчас нахуй я в мартышку превращусь. Ничего нового, пошли. Подожди. Пошли дальше. Горилыч. Надеюсь, нам это не дата. Нам нужно принести дрова. Бля, если в натуре это могильник какой-то, да ну нахуй. Может, клещак себе пошли. Пошли. Пизду. Нахуй, я не пойду туда. Освещай дорогу вперед. Так вон у Саныча. Саныч. Мужики, тут пиздец. Я гольфы нахуй натягиваю. Тут, блядь, пиздец, трактор ездил. Нахуй. Давай, ебать. Пошли. Подсветку дай. Бля, это могила, вперед, слышь что? Подсветка. Бля, это могила. В смысле? Дура, светись вперед. Бля, могила нахуй. Бетонного столба. Сань, иди давай. Шлюха, ты пойдешь или нет с фонарем, нахуй, налобным? Уже сколько можно вам вообще снять? Я иду, почему я шлюха? Что здесь водится, хуй поймешь что. Нам надо в гущу. Либо ты светишь, либо светит либо тебя. Я ухожу отсюда нахуй. Лех, в гущу. Да как туда я вот прям. Свечу иду, блядь. Сними его с головы, вот так освещай. А-а-а. Просто с головы сними. Дурацкая идея на лоб притащить фонарь, придется тебе пить, блядь. Подсветку. Бля, либо мы идем сейчас по дорожке. Либо идем нахуй отсюда. Либо с левого руля даем и в самую гущу. Ничего не вижу. Почему я иду с фонарем? Подожди, ты кто первый? С фонарем первый идет. Да. Какое правило было? Чудо нашей эры такое. Только что придумал. Я знаю, что сейчас повернусь, и вас уже нет. Нет, Сань. Как в фильмах. Услышишь, если мы убежим. Сань, давай. Тихо. Ёбаный. Бля, как вайбово это выглядит, пиздец. Какой же монстряк. Да пойдемте туда в вайбик. А древесину? Что за сзади нахуй бадулает? Хуй поймешь. Пойдем. Пацаны, это мои чистые Air Max. Вот шнурок, именно Air Max. Air Max. Блять, я вам так хочу сказать, тут захода в лес стоит нет. Есть. Пойдем, я знаю. Этот лес как свои 5 пальцев. Так можно. Есть, у него 4 пальца. Слышь, что нам в березовую рощу надо? Нагрызть коры, она горит нихуёво. Мужики, мы идем по кругу уже. Мы проходили этот... Участок, да. Да и хуй на него. Давайте просто немножко пробежимся. Утки ебаные. Пойдем вперед. Подсветку даем туда. Знаешь, давайте просто немножечко пробежимся. Ты такие слова говоришь после того, как медведя увидел сзади. Не ускоряйтесь только быстро, а то реально паника начинается. Блять, этот дурак мне нахуй. Что начинается? Ботинки все испортил, смотри. А ты в этих, блядь, своих Мерсон Марджеллах. Мерсон Марджеллах. Мужики, мы от лагеря уже пиздец как далеко ушли. А нахуй мы ушли, пошлите. Пошли. Не-не-не-не, пойдем туда. Да пойдем похуй в лес. Бля, там такой вайп, вернись. Посмотри, пошли, туда. Пошли, надо в лес зайти. Там такой вайп, нахуй. Сейчас сесть, пиво открыть, вот это. Подожди. Нахуй эту корову. Мужики, 2-3 палки хотя бы мы должны достать. Да какие нахуй. Давай тогда прямо. Давай вот так. Пошли прямо вот так. По прямкам. Клещи, блядь, спят. Да хули эти клещи, чего нам бояться? Клещей боятся в лес не ходить. Поговорка такая. Нахую я видел этих клещей. Ну, в смысле, не буквально, а... Нахую клеща увидеть не самое приятное удовольствие. Давайте, пацаны, я пошел. Нет, давай, знаешь Сань, как? Сань, стой. Еблан. Потухло. Потух. Ебанатый. Да блядь, ты чё? Еблан. Потёк факел, нахуй, потёк. Факел. Сука. Блядь, факел потёк. Ебланы два. Блядь. Сука, потёк.
Бля, не туда бежим. Факел потек, суки. Нихуя мы не добыли. Боже. Мы не добыли ничего. Без дров? Они забоялись идти. Там нет захода в лес, и там все мокрое. Есть. У нас колбаса есть, и хуй с ним, не умрем. Ставьте лайки, пишите комментарии, подпишитесь на канал. Ну и сделайте все вот эти ютуберские штуки за то, что, ну, парни стараются, делают видосы для вас, для нас, для всех.